Ну что, вот мы уже в аэропорту. Вот наш вход. Остались считанные минуты до покидания Вьетнама. Пока, Вьетнам! Пока! Васенька, привет! Я мама почек! Да. Вот сейчас мне будут печеньки давать. А что ты еще будешь делать в аэропорту? Мультики смотреть на плацете. А куда ты летишь? Нечанг. Нечанг? Не, другую. В Бангкок. В Бангкок. Это тоже Вьетнам или нет? Нет. А какая это страна? Не знаю. Может быть, Таиланд? Нет. Нет? А ты по России скучаешь? Да. А по кому ты скучаешь в России? Ну, сразу всем. Сразу по всем? Да. Ну выбери одного кого-то, кому ты первым в гости пойдешь. Саша? А к второму пойду к бабушке. К второму к бабушке. Ладно, Васенька, молодец. Ну что, вот мы уже в аэропорту. Видите, как качается? Мое кресло так качается. Мое массажное кресло. Тут даже в аэропортах везде массажное кресло. Но, правда, надо какие-то донги засовывать. Но так получилось, что мы не поменяли донги вовремя, поэтому у меня их хватает. Так что мы собрали сейчас остаток час до нашего путешествия провести в массажном кресле. Вот такой вот эксперимент. Вот мы сейчас в самолете. А куда мы полетим? В Таиланд. Таиланд. А большой у нас самолет? Да. Давай посмотрим, большой у нас самолет. Огроменный самолет еще. Огроменный? Да? Огроменный. Мы орлов с тобой боимся? Нет. Орлов не боимся. Орлы кусают ребята за носик? Нет, они только всякие зеленых маленькие сидят. Понятно, тогда не боимся. Классно. Я угадал. Синее это небо. Белое это облака. А классное это голод. А что? Вот почему у нас такой флаг. Вот почему, понятно. Вот, понял, папа? Понял. Котята? Ну вот мы в новой стране. Наши ребята, путешественники, не знают покоя, все время тащат нас дальше и дальше. Во Вьетнаме, они сказали, им сильно надоело, поэтому мы переехали в другую страну. Какая его их страна? Таиланд. Громко говори. Таиланд. А город какой? Бангкок. Бангкок? Вася, он правильно сказал? Да. Правильно. Ну что вам показать? Мы пока еще ничего с вами не видели. Мы едем в такси из аэропорта. Можем показать вам только необычные письмена на дорожных знаках. Все, больше пока нечего. Ждите обновлений. Кстати, сейчас был интересный момент, когда мы вызвали такси, и таксист помогал нам грузить багаж. Я пошел и сел на место водителя. Почему? Догадайтесь. Понятно. Так, это пункт оплаты после аэропорта. Все наличными. Посовывает. Сколько там? Ничего себе. Большое отличие от вьетнамских дорог, что мы не видим тут засилия байков. Вы видите какие-то большие мотоциклы и машины. Ну что, ребятки, котятки, мы приехали в наш новый кондоминиум. Ну, выглядит он так, плюс-минус интересно. Такой таиландский. Я думаю, вам покажу. Значит, вот это наша кухня теперь. С таким вот модным холодильником. Да, такое вот зеркальце. Но самое интересное, пойдемте я покажу. У нас есть первая спальня. Да? Почему? Вот там еще все дикут. Тут у нас комната. Папа. Три балкончика у нас. Но самое главное, мы вам покажем, у нас есть ванна. Давненько у нас ванна не бывала. Выглядит она, конечно, супер странно. Как всегда, слив вот тут на полу. Как всегда, окошко. Ну, выглядит супер странно, я бы сказал, но не знаю. Попробуем попозже, что тут у нас получится. Да, Виталечка? Папа. Такие вот окошки смешные. Папа. Какой-то все деревянный. Тут все какое-то, вообще все очень смешное, да, мы вам потом еще отснимем. Вот так вот выглядит вход в наш кондоминиум. Посмотрите, какие тут странные окошки.